Обзор представлен при поддержке 1xBet, самого надежного букмекера в СНГ. Делай ставки по самым высоким коэффициентам и получай бонус до 5000 рублей. Регистрируйся по нашей ссылке прямо сейчас. Матрушечкин для вас на матче Ливерпуль-Боруссия Дортмунд. Всем привет! Гигантское количество гигантских, может поразить тавтологию стадионов, вот в частности арена, на которой пройдет сегодняшний матч, вмещает... Ну и сейчас к футболу, к сокеру. Нами любимому отмечаем появление в стартовом составе Диалло. Самого... Да, буквально вот несколько еще дней пройдет, и эту мелодию... Поэтому, я думаю, без особого накала здесь... Прорыв по центру поля прерывается. И тут же длинная передача вперед. Но Кариус ошибается. Ворота пустые. Это Лорис Кариус. А что, нужно было в касание пробить? Смотрим. Ну, здесь просто чужому игроку. Но мы же в США. Мы опять же не наберешь. А меньше, как говорится, не имело смысла. Вот, но... Амплуа в нынешнем футболе, где масса разрезающих передач. Вот даже попытка сыграть в касание на Филиппа, который Хитсон, новичок команды, пришел из клуба Аугсбург. Внимание, подача, разыграли этот угловой удар, и вот он гол. Ван Дейк практически без сопротивления в высоче. Он уже порядок навел, по ряду эпизодов было видно, что там все здорово. А здесь, конечно, фантастический прыжок. Его, а вот прыжка его оппонента я вот не увидел совершенно. Ну, как всегда в таких ситуациях, между двух оказался. За году. Да, что за году что-то прыгать не стал. Да. Но была еще такая робкая попытка побороться с ним со стороны Дикмана. Четверых. Долго, долго, долго. Но все-таки прошла передача. Вольф простреливает. Делал передачу в штрафную площадь не точно. Ну вот, может быть, удар будет от Милнера. Ливерпуля пытался сейчас забить. Очень интересный удар был в дальнюю девятку. Джеймс Милнер, автор одного из самых запоминающихся автогол. Ливерпуль второго тайма. Может быть, по именам примерно такой же. Тут некий баланс есть. А вот по... И мяч в итоге в него и отскочил. Этот а туда мяч. Просто и метил. Собственно говоря. Но от Нет, там от штанги. Смотрим повтор. Просто мимо. И вот опять эти подачи. Опять борьба на втором этаже. Понял. Желточка карточки тогда не получил. А вот здесь тоже интересный момент. Остается лежать игрок Боруссии. Ее попал. Здесь, во-первых, классный был перехват. Во-вторых, очень здорово разобрался Стариш. Здесь чисто все было. И финт, и передача идеальная. Оджо бьет прямо по центру, низом. Другое дело, что партнер здесь завозился. И Морено опять надо обороняться. Но он дает сопернику пройти. Пенальти. Так. Воспитанник футбола немецкого. Видимо, берет сейчас пробить. Или Игоря Акинфеева хотел отстегнуть ногу и выбивая этот мяч. Матч против Манчестер Сити. Его родные приехали. Да, и мы видим здесь, ну, есть Клава, да. Не дело, да, по-моему. А в Милнер. Милнер был, да. Еще, да. Клаван-то там уже. И удар четко по центру, сильный. Вот любопытно, на самом деле не всегда такой. С этим менеджером там новая жизнь. Прострел от Кейта. Будет ли удар? Не дошло дело у Вудберна до удара. Но перехват снова Вудберн. И мощный, высокий, 193 сантиметра. Ну, мы видим. Ну, посмотрим. Посмотрим, не будет ли это мешать по ходу сезона. Если Хитс будет основным. А вот момент. Может, будет сейчас. Ну, сейчас тоже левая рука. Да, и все туда же. Подача. Да, проявил себя. Здесь здорово поборолся. Если вдруг будет дополнительное время, сделать штраф, потом... Да, но все-таки хотелось бы, так сказать, послушать начальника транспортного цеха, увидеть Марио Гёдзе в игре. Все-таки сегодня, похоже, не будет серии пенальти на 89-й минуте разящую...
конечно, не в родные места, но тем не менее в Северную Америку. И здесь американский подданный забивает, оформляет дубль и пас довольно удобный. Более того, чем была хороша эта атака? Ведь там можно было найти еще и дальше продолжение. Были варианты. Он выбрал сложный вариант. Потому что здесь смыкались защитники, еще неизвестно, мог бы остаться и допрыгнуть в конце концов в Кариус. Да и немножко повезло, потому что мяч прошел между ног у защитника. Да. Позиция-то была неплохая у защитника, хотя он все равно так на вытянутых ножках-то был, да? Является главной звездой Боруссии. В минувшем сезоне он забил 4 гола, сделал 6 результативных передач. И сейчас может еще отметиться. Удар! Кариус! Добивание! Да. Ну и снова рядом с голом Пулишич. Ну, не знаю, такие сценарии, конечно, прописываются, но вряд ли в футболе. Тут Кариус. Да, я на самом деле паузу взял, да, для того, чтобы восхититься. А как еще должен был отбить? Слушай, ну, во-первых, удар не получился. Удар не получился. Мы видим, что... потому вот повтор был отличный. Посмотри, он убирает мяч под себя. И мяч-то на самом-то деле был не на самом удобном расстоянии. И пришлось немножко... Футбольные голы и обзоры теперь в Телеграм. Просто подпишись на канал Гол24 и получай полезную информацию удобным способом. Ссылка в описании.